Короче, ребят, привет. Это дядя Женя. Я тут, короче, пока косил, нашел вот такого вот прикольного жука. Вообще жесть. Смотрите, какой классный жук. Капец. Бабушка, короче, когда я ей показал этого жука, чуть ли не наделала штаны. Но меня он приколол. Блин, я не знаю, как там качество видео. Но, короче, он на свету таким фиолетовым каким-то с оттенком отдает. Или не фиолетовым, а каким-то голубым, синеватым, хер знает. Короче, окраска такая прикольная, смотрите. Я не знаю, увидите ли вы или это нет. Но, короче, жук просто царский. И самое прикольное, у него вроде есть крылья. Вот. Я думал, я его поранил. Но нифига. Это он такой прикольный. Короче, вот так. Вот тут я тут косил, вот видите. Тут, короче, навоз у нас. Тут бабушка додумалась у забора навоз попросила разгрузить. Вот грядочку дядя Женя захерачил. Вот такая вот прикольная грядочка. А это вот наш агарейшн. Агарейшн. Жучара. Жучара круче, чем агарейшн. Сейчас покажу, короче, теплицу. Вот теплицу, от которой мы с браталом натягивали. Ну, этот наш домик, двухэтажный бабушкин домик. Так, жук, жук, не улетай. Идем дальше. Жучара. Тут у нас, короче, какие-то папоротники бабушка посадила. Да, а во, прям прошел прикольные цветы. Ландыши или как их тут, я не знаю. Вот бабушка посадила прикольные цветочки. Цветочки. Жучара круче. Жук, жук, топовый жук. Вот еще сейчас покажу цветочки. Сейчас дойду. О, еще цветочки. Тут у нас клубника, малина, все дела. Вот цветочки. Жук, жучара. Не волнуйся, я тебя отпущу. Блин, у меня такое ощущение, он меня понимает. Блин, вы поглядите, он такой ходит. Вообще топовый жук. Не, ну на перчатку я его не побоялся положить. Вот. И вот еще у нас тут клубничка, туда-сюда, лучок, прелести. Мини-огород. Короче, вот такой вот прикольный жучара. А это теплица, тут бабушка помидор посадила. Вот. Короче, такие дела, народ. Короче, я думаю, всем понравится этот жук. Специально его снял. А, блин, он мне на руку переполз. Ба! Ба, смотри, он мне по руке ползет. Да не надо, вот, Женя, у меня сейчас сердце будет. Может он, а если он меня укусит, ба? Ну, балки будет. А-а-а, он мне на шею. Ба, встряхни! Черт, он, блин, какую-то херню, смотрите на меня. Фак, что это он мне насрал? А ты что думаешь? Смотри, ба, что это такое? Конечно, смотри, ты что да думаешь? Я его столкнул, что это такое? Так его какашки. Какашки или меня укусил? Не знаю. Я теперь стану человеком. Нет! Паук! Смотрите, я вам покажу. Идите сюда. Идите сюда. Да не бойтесь, смотрите. Идите сюда. Смотрите. Я не знаю, смотрите, вы знаете? Час! Ну ты его и раздави. Зачем? Убирай, убирай, убирай. Да не, вы потрогайте. Ну, не надо, а смотрите, какая раскраска. Ой, блин. Все. Короче, дядя Женя тут всех напугал. Супер топовым пауком. Я не знаю, пойду его куда-нибудь за туалет выкину. Блин, у меня такое чувство, он сейчас взлетит. Что-то он такой туда-сюда, такой, черт, куда мне идти, куда мне идти. Ай, нет! Блин, его еще хрен столкнешь. Черт, да вы поглядите, как он вцепился своими клешнями. О, черт, придется его пальцем. Как бы его так пальцем. Смотрите, он держится на одной клешне. Сука, лети. Отвали от меня. Отвали. Все, он где-то здесь. Короче,
Короче, народ, такая приколюга. Ладно, давайте всем пока, до вечера. Вечерком дядя Жень придет, постримим что-нибудь. Давайте всем пока. Змея! Змея! Где? Вот здесь! Змею только что видел! Гадюка, может? Блин, надо палку какую-нибудь найти. Бля. Охуеть. Только жука выкинул, видел змею. Блять, надо змею заснять. Блять, палку какую-нибудь. Нахуй. Так, дядя Женя. Видел, он туда змея уползла. Давайте попробуем найти ее. Бля. Да, блин, только что змея была. Во-во-во, вон, нашел. Уж. Уж. Охуеть. Бля, смотрите, вон голова желтая. Вон-во-во, ползет. Сука. Уж. Слава богу, уж. Я только что сейчас нашел. Ты помойки, ты хуя вот это. Я знаю, я ее боюсь разгребать нахуй. Бля, я только что сейчас какого-то жука нашел, блин, он такого цвета, я не знаю, какой-то сине-голубого цвета, черно-сине-голубого. Я вам бабушке показал, она чуть штаны не наложила. Я его только что выкинул, иду назад и гляжу, змея вот сюда заползла. Ну, слава богу, уж. Точно? Да-да, уж, я вот заснял, я даже видел. Я специально он телефон взял, блядь. Да. Я, кстати, самое главное, каждый год это говно разбираю, каждый год оно все равно как-то нарастает. Пора уже с этим дерьмом кончать. Ой, блин, ладно, вообще ништяк. Короче, на изи. Еще и ужа нашел, вообще нормоль. Ладно, народ, вот это респектабельный, блин, плавленый. Привет вам из дачи от дяди Жени. Короче, народ сегодня в мире животных. Там еще ящер. Тихо, не спугни, ба! Я хочу ящерицу заснять. Вон ящерица. Смотрите, какая. О. Бля, поближе бы как-нибудь. Ай, блядь, ударился. Сарай с сараем. Гадюки! Ужи! Скорпионы! Вон, ба, смотри! Беременной! Беременная самка ящерица! Охренеть! Охренеть! Я боюсь ее, брат. Она беременная. Бля, палочку какую-нибудь. Потрогать ее. А, бля! Сука. Баб, сходи за луком. А где лук? Где лук? Вот здесь, на краю. Да пойдем вместе, не бойся, я с тобой. Но он где-то здесь был, этот уж. Ну, слава богу, уж. А я как раз только вот там этого жука выкинул. Иду назад, гляжу, только хвост черный проползает. Ой, дела. Давай, ба, нарывай лучка. Все, мы пошли обедать. Все, всем респект, уважуха.